Слушайте, он тоже я не убирал. Вот так вот. Слушай. Да, это было предъява. А сейчас в альбоме Secret Service песня Ten Clock. Сервак тоже не отвечает. Постман. Попробуй несколько. Ну, у меня, скорее всего, порты закрыты. Надо у меня, наверное, тоже? Открытыми открывать. То, что обычно серваков не показывают. Типа, не удалось соединиться с мастером-сервером. Мастер-сервером. Обычно серваков тебе не показывают, да? Чего? И кто для нас создаст, сука, сервер? А мы когда тестили, я тоже к Декерониму подсоединился. А он ко мне подсоединился. Создай ты сервак. Только чё? Или... Лепи тут? Кто? Чуть ещё про игру рассказать. Сервак создай. Она на Source-движке. Попробуй. Короче, у тебя будет... В правом углу... Картинка, кого тебе надо убить. То есть тебе нужно будет подходить, там смотреть, сравнивать портреты, все дела. Дикой, посмотри, по мне тоже нельзя подключиться. Сейчас. Еще у тебя будет там справа глазок, типа, когда тебя видят охранники, когда не видят охранники. Тебе желательно этого всего избегать. Дикой, ты же понимаешь, мы все побываем да. в тюрьме просто... и так дальше. Я понимаю, это нормально. Вход хорошо. Если нормально, то хорошо. Бля, что ты начал скачать, игру или песенку, хуя? Так шо, Дикер? Сейчас я немножко, видать, не то нажимаю. А как взять? Да, мне не заходит. LAN сервер, sorry, restricted. А ты убрал галочку? Да, сейчас посмотрю. Еще раз. Ой, я зашел. Да? Да. А ты уверен, что ты убирал? Стикеров. Да, наверное, этот сайт какой. У меня порты закрыты, я уже не раз так пробовал создавать сервак себе. Как смотри, а может фаервол стоит в этом в роутере? Не, у меня другой роутер, и на предыдущем то же самое было. Это именно мне Билайн его закрыли. Там, чтобы их открыть, нужно им звонить. Ебалу Билайн. Ебалу бить. Вот. Я не хочу этим заниматься. А что выбирать? Охотника типа? Ну, да. Это я пассажир выбрал, нечаянно, блядь, пассажиры не могут брать оружие. Пошел нахуй. Ебать ты нигер. Ну что там, уже заходить себя, типа надо? Да, через дай посмотри на себя. Пошел. Ах! Пошел, камера, смотрите! Так, подожди, может нормально создать? Ну, короче, я ж ничего не настраивал там. Офицер тут убили. Офицеры! Можешь пересоздать, потому что что-то настраивает внутри. Да что тебе настраивает? Ну я нихера не выбирал. Ну, я блин, просто тупо создал. Единственное, там, по-моему, можешь что делать, это выбирать цель, режим игры и все. В любом случае, мне, по-моему, перезайти надо, потому что я выбрал пассажира, блядь. Ну ладно. Ну давай пересоздай там настройки, почитай, я тогда пока налью поду, пойду. Ну чё? Тоже сама. Ну сейчас Деза будет создавать, потом через Деза заходим. А у комп у тебя выдержит, интересно? А вот это я хз, да? Не взорвётся. Ну на двоих у меня даже не лагало. Да ты чё? Да ж ты чё? Пробую. Так, блядь, нету тут, сука, язык. Тут нету языка, блядь? Какой тебе язык нужен? Русский. Так мы и так на русском говорим. Блядь, чё? Это игра. А, у меня игра на русском, это у тебя Steam. Блядь, можно было там ограничение по времени, требуется денег для победы, для окончания раунда, время конца охоты, менять карту. Ладно, подожди, я Steam русский, блядь, поставлю. Число свидетелей, время свидетельства.
Где ты меняешь язык, блядь? В стиме? Интерфейс, я понял. Пайс. Так, вон сейчас приду, налью и приду. А, бля. Так, заходим, да. Такой Unit X, блядь. Give me a letter. Мне это не нравится, я сейчас закрою, я могу вылететь, не знаю. И нахуй счет. Поэтому я закрываю. А, эта операция не может быть совершена. Операция Танцы на ТНТ. Да нахуй мне ваш опрос, сука, заебали, ёбаный лавы. Уебим, результаты, блядь, принять им опрос. Запускаем, джейшип, смотрите, внимание, внимание. Так. Заходим потихонечку. Это тупая тёлка, блядь. 10 o'clock postman, give me a letter. Тырин, тырин, тырин. Блядь, это самая лучшая в мире песня. Создать сервер, значит. Название. Только ники себе поменяйте, чтобы было понятно, кто есть кто. А я шу, я дес. Ну хорошо, йо, просто там. Нет, там в игре есть тоже. Я зашел в настройки, там тоже есть типа имя. Бля, балу. Что? А какую-то карту выбирать надо, блять. Да похуй, все равно мы не знаем. Действительно, мы не знаем ни одного. Кто хочет конфетку, блядь? Если это фетка, то я. Конфетка. Хорошо. Давай. Смотрите, время до конца охоты. Сколько? 19 секунд ставим? Оставляем. Дюкера спрашиваю, он больше знает об этом. Или хуя он не знает? Он, блядь, знает, как им не слышать. Посерел стрим, блядь, только на 10 секунд. Это, ну, этого достаточно. Вы что, такое типа, число свидетелей? На... Время свидетельства. Вы типа накупили гифтов от этой игры или что? Типа того. Дэс там скинул, скинул, типа, что можно поиграть, типа, да, ночью в Новый год. И там... Так посмотрел, вот типа, клёвый игрок. Я скинул дикер веселые штуки, а он нихуя. Эй, тварька ебаная. Представляешь, бля? Представляешь, бля? Тирин, тирин, тин. Ебаный дикер. Говно въебал. А тут можно корабль выбирать, типа. Да, я выберу нам корабль, значит. А кто купил игру? Я. Ну, типа, этот, блять, забыл, мажор. А я вот Иван Юшку продал за 3000. Мне бы лучше тебе, отдал. Да? По-моему, нет. Я не знаю, я хочу, чтобы мне раз хоть кто там Юшку подарил. У меня они раньше были, я их проебал. Дикер? Как ты дес, в принципе? Подарил. А подожди, я как дес проебал? Я не проебал, я продал ее. Почему? Купить десет. Ты в него играешь, я смотрю. Да, ну я проебал в часик где-то, может, 2-3-4-5. То есть это называется не проебал? Нет, это на будущее, игра на будущее. Когда машины появятся, там через 2 года... А там уже есть. Нет, там уже есть. Ну мне дикер говорил, что... Все, Дэс, давай, запускай. Я-то запущу вам, ты. Чего запускать, блядь? Я вот
честно думаю по поводу GTA 5, типа, стоит ли мне его брать. Рубля стоит, как, прикольно. Я не знаю, моя квартира. Что? Рубля стоит, как моя квартира. 2000. 5, там она около 5000, ну, рублей. Что? Я понял. Я видел где-то цену. Ну, при заказ, по-моему, 5000 где-то стоит. Где вы такие числа берете? Рублей, сука, да? В Стиме нету предзаказа этой игры. В Стиме нету GTA 5. Ну, так я же говорю. GTA 5. Но она будет в Стиме, ну, по крайней мере, я видел там, типа, тему GTA 5 в Стиме, в магазине. Там не написано, там не написаны цены. GTA 5 на PC. Есть такие штучки, как диск. Так, а шо мне такой диск? Когда ты покупаешь, короче... Понимаешь? GTA обычно не через всякие стимы там запускается, через всякие, как там, на лайв шут. А, во. Называется. 900 рублей. 900 рублей? 1900. Думаешь? Это предзаказ. Ну, у меня комп купил бы, блядь, ебашил мультиплеер. Ты прошел бы. Сингл. Куда, блядь, эти штука любят отходить на час? Ну, чё я тут? Я Дикер, вот хотел смотри. Сказать неприличную вещь, но Дикер пришел, значит, я не буду. Угу. Время до конца охоты, я тут 90 секунд оставлять? Не знаю. Или 2 минуты ставить? Да, ставь 90 секунд. Ну это полторы минуты. Я понял. Блять. Отлично. Может 2 минуты, ладно. За полторы минуты. Я, короче, тут такая новогодняя карту ставил. Пофиг. Ставь. Минимум участников поменьше сделай. 2. Охереть, это же, наверное, очень весело играть за шаг вдвоём. Мы с Антей играли вдвоём. Кто тебя хочет убить? Причём мы играли минут 40. Что вы делали? Хуйня маялись. И вы братья шахотника, походу. Так, скинь айпишник. А, там не, по дикеру не знаю. А что, надо это задумать? Как брать оружие? Дикер, слышь, тут прошла инфа, что GTA 5 будет стоить 1900 рублей. На комп? Ну, наверно. На комп же? Я не знаю. Ну явно. А, ну если. Не, ну на PS-ку там же дороже намного игры. На PS-ку я покупал за 2500, по-моему. А, 1900, да, на PC. На ком. Ну, я тебе скажу так, что онлайн GTA, она вообще охренеть. Ну, типа веселая. Если с друзьями играть. Хуй знает. Возможно, но оно очень дорого. Я не спорю. Но GTA онлайн очень прикольно. Я поиграл на поиске, весело. Там можно хуйней байться. Понятно. Гайс, заходите, блядь. Через коннектор айпишник копируйте и, ну, через консоль. Да я не могу через DSS зайти. Какой айпишник? Как? Чё? Я могу в TeamSpeak скинуть. Блядь, консоль, знаете, как консоль открыть? Скажи. Надо зайти в настройки клавиатуры, нажать дополнительно и там выбрать консоль. Я так уже делал раньше. Да. Только как... оно у меня не работало, потому что я оказал, так... что у меня было не забинди на консоли. В Тейфе также. Я помню, как ты, надо знаешь... было прописывать в ярлыке консоль, консоле. Там было в этом. А, так я еще не знаю, кого мне надо убить. Я включал, потом оно не было забиндено, а потом я понял то, что на ее у меня консоль просто не включалась. Типа я забиндил на ее, но она не включалась. Когда я забиндил на другую кнопку, она включалась. Ну и Гаррис Мод. Короче... Ладно, что дальше ты делать? Вижу коннект. По нему заходить, да? Да. Красава. Фотка. Вот, флешку можно... Дикер, как игрушку доставать? Один. Надо Овнера разбудить. Овнер, да, он с нами? Сука, я даже не успел. Овнер, пошли. Подожди, а у меня был другой. Стоп, Дикер, а у тебя ж PlayStation. Твой корабль? И там еще у тебя есть GTA. Тут разные корабли. Нахера тебе GTA на компе? Играть онлайн. А на PlayStation не можешь играть онлайн. Так, а, мне нужно ждать новую жертву. Так, режим еще охота. Цель игры жертва. Убить жертву, не догадай.
Как вы начнете игру? Охотниками или пассажирами? Чё? Мне кажется, 90 секунд это маловато, ну ладно. Блять, понять бы где-то. А кто такой Харзен, вот этот вот парень? ХЗ, это Овнер. Так, ща, я свернулся на секундочку. Овнер, он размечен? Ща, я здесь. Поменяй ник в настройках. А вам не этот ник нужен, вам нужно имя персонажа. Да я понял, ну так, просто, на сервере, в тапчике, кто это типа? Блять, если понимать... Привет, Малин. С Новым годом! С Новым годом! Так. Ой, режут! По ножовщину. Режут! Всё, Дэд задержали. Режут и Рура задержали. Кого режут? Подождите. Меня режут, просто режут. Ой, пиздец. 300, раунд закончен. Будешь зашиб, Малин? Сейчас, он у меня не скачанный, по-моему. Да, Качай! Успеешь, давай. Так, а я тут пока понял, как оружие выбирать. Ой, вас арестовали. Да, справа, там короче, глазами. Есть камера, если зеленую, то, по-моему, можно убивать, да? Опять это сдувать оружие. Так, мне надо... Дожгом мыться. Так, я не буду говорить, кого мне надо убить. Ну. Да, это было бы... Там у тебя вот внизу написано там ник, да? И тебе нужен Анти, портретик неизвестный. А ты кто? Нужно подойти к типу. Какой твой ник? И узнать, кто это. Человек. Я уёбок. А в том такая Матида. А, это Лейпи, ух ты, нигер, что ты, сучка. Да, за то, что я с оружием вышел. Блин, полтора гигаха сейчас вечер, рехнулись, что ли? Да нормально, у тебя что, и нет херовый? Меня выпустили типа с тюрьмы. Ты же сноуболд с собой откачать, я не очень готов. А оружие типа самому нужно найти? Да, да. Топоры, ножи, вот это все. А какой мой номер? Чё? Ну смотри, я же в круизе, какой мой номер? А, я хз, кстати. Где номера твои? Да. Ура! Мама, гуляем. Господа, пошли погуляем. Ой, я лично нашел. Чё ты, злая малина, баба, как праздновал? Ужас. Ты кто? Привет, девушка. Такое? Давай знакомиться. Давай. Катя, это где? А вы где? Это тикер. Я случайно достал. Случайно достал. Вы где? Увидел девушку и достал. Дикер, твои шуточки просто невероятны. Я не года, Малин. Социопат. Ты скинь ей на голосовал. Ну я скину попозже, да. Нанах! А инвентарь бесконечный? Ну, а я не знаю, да. Там и нажми, там много. Просто там оно. А еще тут можно мыться. Где выходишь? Кушать. Что это за игра такая, господи? Где здесь инвентарь? Это что-то вроде можно матери. Жить! Тут можно жить! А если я не свою жертву убью, то что? Тебе штраф, я думаю. И Роджер. Ну, мне так кажется. Подожди, я тут же раунд может вообще бесконечно длиться. Роджер. Если же умрешь, то ты устанешь. Я в туалетике буду сидеть. Бывает. Мне осталось минута, чтобы найти мою жертву. Это я твоя жертва, да? А чё вообще, а чё даже... А чё ты меня хотел убить? Там должно быть справа быть зелёная штучка. Глазик такой зелёный. Ага. Тогда ты можешь делать всё что угодно. Я не знаю. Я вообще не понял, как мне найти вот этого человека, которого я должен убить. Я забежал. Там справа находится последнее местоположение и так далее. Сейчас я вообще в тюрьме. Ну и что дальше делать? Бандит. Кто бандит? Катер. Бандит. Бля, где здесь тюрьма, гайс? Я тут смотрю, тут Овнер только убивает. Так нужен я этот. Я вообще мирный. Тут все мирные. Сейчас у тебя типа время кончится сейчас, да? Да. Блять. Ой. Альта, может, 2 минуты поставить? Чего ты махаешь тут? Я нашел свою жертву и меня арестовали. Нашел меня, да? А то у меня вообще минус 300. А как мне найти жертву? Вот потому что вот справа не слышит. Ну тебе надо найти вот нас. А, типа как он выглядит, да? Да. Нажать лупу, и там будет написан ник. А, там типа надо вдвоем типа засечь из этих. Из игроков. Вроде нет. Ну ты типа больше что-то ставил, свидетелей там что-то ставил. То есть тебе надо узнать, кто за кого играет. Свидетелей там 2 написано, я не знаю. Куда очень рандомные персонажи.
О, привет. Так, а здесь тюрьма вообще? На первом, самый нижний уровень. Самый нижний уровень, а я знаю, где самый нижний уровень. Тварь, паскуда. Ну, где-то по-моему, там всего два. Уйди. Где здесь тюрьма? С топором. Что? А, ну, вы мне не нравитесь, женщина, уйдите от меня. Тюрьма? Надо убить того, кто в тюрьме? Нет, я просто не знаю. Не, это серьезно. Да конечно, бля, не верьте мне. Что вы тут стоите, ждете меня, господа? Я, конечно, слушай, понимаю, слушай, я красивый, короче, персонаж, походу. Мне нужно убить черного, я не знаю, я вижу тут несколько черных, а я их, короче, не различаю. Ты, поэтому... короче, подходишь. Там. Расист! Ах, ты катерфас. А, так это был. А, нет, это был не катерфас. Я тебе доверял. Вы черные, блин. Ему надо лицо. Чего я так недолго бегу быстро? Я вообще не понимаю. Интересно, в тюречке можно? Можно в тюречке убить, можно. Я нашел. Но как? Я могу убежать. Я не могу мою жертву найти. Блять. Там справа еще написано последнее место пребывания жертвы твоей. Ну так это. А кто такой Кайк? Дамочка. Овнюр, чё? Вы мне не нравитесь. А кто такой Кайк? Овнюр. Диггер, ты мне не нравишься. Извини. Ты что-то ходишь, что мы тут это устроили? Я хочу выйти вообще отсюда. Вылазь отсюда, дамочка. Аааа! Так, Дикер, походу, не своего убил, или своего. Своим же. Ты вообще не... Уже не падла. Вот еще слева у вас, типа, ваши статусы, там, поспать, поесть надо тоже. А как проверять эти штуки, как его? Подожди, ну так они сами... Поспать, поесть. В Sims, по-моему, мы играем сейчас. Ну, что-то очень похоже. Блин, мне нужно поспать и за 30 секунд убить кого-то. А я не понимаю, вот у меня, смотрите, у меня какая-то рожица, она, короче, недовольна, что надо сделать? Так, я поспал, посрал, поел, сейчас надо... А, не, надо поесть. Ой, поссать надо, блядь. А где здесь поспать, надо поспать? И нет, блядь. Я не туда. По-моему, нужно тебе просто идти обратно в Sims, одинаковые игры. Да какой нас рейтинг? Боже мой, на слабо срежь. Тест победитель, ой-ой-ой, топорчик. Да, блядь. А что, из пассажиров только вот мы? Вообще никаких NPC? Нет, там вроде NPC еще... NPC есть. NPC это типа официанты, охрана, вот это все. Не-не, вроде бы и обычные есть. Свидетели, но... Или вас тут так много просто? Что ты смотришь, уйди отсюда. Ладно. А, еще один. А почему тут не узнается? Это компьютер? А мне надо пожрать где-то. Вот здесь. Все покушаем, блин. Катер, чё? Вот собрались, ребят. Чё это? Катер, там Нигер бегает. Ребят, там Нигер. О, еще один пришел. Рабочий какой-то. Пролетарий, блядь. Так, ребята, господа, вы мне не интересны? Покушаем. Тоже не интересно. Давай сюда. Ты тут шалом. Чё тут стоишь вообще? Смотрю. А беседу. А где здесь можно пойти есть? Смотрите, искусство. Кстати, давайте перекусим, ребята. Где тут вообще? Я согласен. Почему? А пойдем. Я нашел пожрать. Не, где ты нашел? О, банкомат. Пойдемте, я не знаю, вот и тюрьму. А, во. А зачем вообще деньги? Пойдемте со мной. Я. Можно полечиться сходить. Можем пожрать. Если вдруг тебе удалось выжить. Во. Вот тут стоит Роджер, кушает. Тебе можно доверять, да? Где вы кушаете? Я бы не доверял. Вот автомата. Я не могу ничего съесть с этого автомата, это нормально? Вот там что-то, блядь, задумал. Блядь, Нигер, меня задумал. Бьет парень, меня бьет черный. Ребят. Они черные, они все против нас. Я понял, там, короче, свидетель, я так понял. Блядь. Пистолет у кого-то? Не-не-не. О, здоровая. Уха, так, ребята, как взять оружие с оружием? Если у тебя есть... с этого автомата. Нажимаешь снаряжение и перетаскиваешь. Да раз, ты что, меня убить хочешь? Ты не понял, я так в автомате ее убить убивать. Не могу. Ладно, выходи, братишка. Что? Наличные. Наверное, нет. Вот слева вверху у тебя там написано. Наличные. Снаряжение открываешь и перетаскиваешь. В банке 900. Ну там надо в автомате можно снимать. Я нервничаю, когда черные достают оружие и убивают. Слышь? Где наличные? Ну извини, так получилось. В банкомате.
Где ну, вообще такие страны. Вот, то есть в одном коридоре можно убить, а в другом, нет. Мне интересно. Там камеры типа стоят. Да, или народец стоит. А, или ой, я, кстати, нашел эту лечебницу. Коридор, палубы Б, там это скорая полечиться можно. А это что, это банкомат, да? Где здесь палуба? А. А почему я не могу нигера узнать? Ты кто? Потому что они все на одно лицо, знаете. А можно оружку с тюрьмы брать? Да, 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 она уже потеряна. А если я убью того, кто за мной охотится, то чё? Ну, брат, наверное. Ты молодец. У меня в банке минус 150. Нормально, у меня минус 300. Тракториста. И мне... Как ты узнал, что я за тобой? Моему персонажу нужно поссать. Ты что творишь? В том замесе ты меня это... Мне кажется, я посрал. Ты меня нассал. Ой, фу. Фу, тут вокруг кого-то уже мухи летают. Да, я штрафован или что, не понял? Пацаны. Нужно подмыться. Срочно. В банке минус 10. Где душ? Пишет от меня. Я воняю. Блин, не бойся. Фу, иди. Тут игра очень. Я не понял, боже мой, Липи, где ты был? Так. Я бегал где-то, а потом я, короче, пошел в тюрьму, потому что... А потом... Да. Душевая на втором этаже рядом с этим с кафе. Я тоже пойду. Давайте все помоемся. Согласен. Блин, а ты не пугайся. Помойтесь, я, пожалуй, пойду на баню. Да чё ты? А чё, к нам еще двое зашли людей? Случаюсь, когда... О, привет. Ну ты, тут это всё... Играется здесь намного всё лучше, чем слышится. Только надо помыться и вообще все. Блять, я умер, потому что я не помылся. Мне надо в туалет сходить, как бы это. Голосуйте, F1 нажмите. Я уже нажимал. Я уже представляю. Можете кикнуть кого-то? Я вышел и не могу зайти. Куда? Ты на серве? Нет. Автобеда. А я себя, кстати, тоже вижу, что я на серве, но я не на серве. Это Анти. Да. Вот еще вот этого, F1. Ни одно голосование не проводится. Блин, мне нужно поесть и попить. Почему, блядь, за 4, 1 против, он остается. Накормите диггера кто-нибудь. Я тут Малин, сам недавно узнал, как... Покупаешь егермейстер, покупаешь редбул и смешиваешь. Короче, я пересоздал с паролем, слышите? Редбул покупаешь и смешиваешь. Так а зачем? Пускай с людьми поиграем. Чтобы нам не нахера, так интересно. Ну, температура. И вообще охренительно. Я учту. Слышите? Главное, много не пить, а то плохо будет. Гайз. Да, что? Может, все-таки перезададим? Ну, людей. Может, это пароль? Ну, я же говорю, с пароля. Нахер на мне наши. Ой, я нашел туалет. Так, хоть знаем. А знаете, а тут может даже в тюрьме убить. Придется. Как там можно в тюрьме убить? Кто это? Там можно. Там нет, там можно сделать заточку. Уйди с туалета, пожалуйста. Короче, я пересоздам, да? Да. Пароль будет один. Спасибо. Да зачем реально с паролем? Люди были, поиграли бы с ним. Нахера там люди? Да блин. Чем больше, ну лучше, чем пустые слоты. Ну серьезно, ну типа... Пятером или в десятером? Какая разница? Ладно. Лучше же. 90 составляем охоту. Че, может случайную карту или эту? Ладно, Не, эту. Давай эту, а то опять учить карту. Она просто да. Большая какая-то. А, это все большие, как походу. Да не, вот это, по-моему, еще самая маленькая. Не, мы с Анти играли на какой-то маленькой карте, там несколько тут островков. В описании было написано. Это сравнительно небольшое, но хороший копирю. Короче, тут одного. Сам прочитать не можешь. Нормально. Я не помню, пароль поставил или нет, Этот же коннект. Да. Конечно. Да, без пароля. Наверное. Боже, меня... Коннект тот. Я могу сворачивать эту чертову игру. Я могу. Не сворачивай, боже мой, блядь. Я... Это привычка. Открываешь контакт.
Кстати, а все спавнятся в каких-то комнатах? Да. Да. Конечно. Просто там как-то кто-то вопрос задавал про комнатку. Да, теперь я запомню, это мой номер. А еще он у меня двухместный. А как одевать шляпы, слышите? Так просто в инвентарь бросаешь да. И перетаскиваешь. А зачем вообще? А вообще имеет смысл это переодеваться? Да. Ну если тебя вот, например, кто-то узнал, ну, твой охотник тебя узнал, ты можешь пойти переодеться и... Ну чё, я делал шапки, слышишь, кто тут был, Дикер? Иди сюда, вот этот пацан, пацан, сюда, сюда, ты тут. Бёр, Дикер. Я переодеваю шляпки? Я слышал, как переодевается кто-то. Ты, у тебя перышко на голове. Пришла сюда. Что ты в моем номере делала, девушка? А шляпа у меня надета? Катер, тебе чему, да. Ты буря, да, у тебя есть какая-то. Катер, все хорошо. Липи, что ты делал в моем номере? Кто знал, что это я? У тебя что написано? Я рожку брал. Написано, у тебя на лице написано, что ты катер. Ладно. Ты кто? Ой-ой-ой, вот это красавица. Тот, как ты наш. Что мы вот будем передвигаться тогда? Да-да-да, но тут, видимо, кто-то хочет убить кого-то. Получается, что... Мне кажется, Дикер, тебя хотят убить. А тут что? Ну, давайте погуляем вместе тогда, что ли? У вас там тут или где-то? Гражданин, вы куда? Гражданин? Я растянулся. Ребята, у вас тусор, что ли, где-то? Да-да-да, мы тусим. Сейчас, где мы тусим? Третий класс. О, уже... А тут есть карта? А чё, я один мужик, что ли, здесь? Вот ты что говоришь? Бабу какую-то арестовали. Так, а он кого хотел? Я Севастова, значит. Вот хотел бы. Ну кто-то из вас, я вот еще раз ставил. Короче, там справа одежка и карта. Привет. А как забирать оружие с винтовки? Кто? Блядь. Ты что, пизда, ты погуляй? Катер уснул. Я уснул тоже. Или это Вовнер уснул. Ты вообще на меня похож, это нормально? А, это Вовнер уснул. Мне не нравишься. Sorry. А на буковку N можно свои стать. А мне нужно убить мою сеструху-близнеца. Да. Ты неадекватная, я тебе так скажу. Ну мне нужна была эта жертва. Давай в кафешку сходим, или ты... Ах ты, сука. Спасите, гражданин, смотрите. Смотрите на нее. Да? Вот так, вот. Ой-ой-ой. Да не, я же баблишку заплатил. Почему он посмотрел? Говорим. А тут есть еще другой, левый. Бичара. А что, баблишки можно платить? А, меня режут. Как платить баблишки? Правой кнопочкой-то. Менюшечек. Негодяй, это друг. Пойду посплю, что ли, пока что. Как сменить вид? А лучше покупаюсь. Твари, паскуда. Можно вид от третьего лица? Официантам вообще похуй. Походу нет. Моя тёлочка приняла душ. Ой, я новогоднюю шапку нашел. Ой-ой-ой, сколько у меня сейчас баблища-то в банке. Пойду посплю. Блин, а когда тебя убивают, надо заново всех изучать. Ах ты ж. Чего? А не. Да с мушкетона кого-то уберу. Это дробовичок. А чё, только я и Липи такие красавчики. Получилось так? Я вообще не понимаю, кто. Не, я вот еще типа парижская девушка. У меня раб. О, я знаю, кого мне нужно взять. Ой. По-моему, найти я спалился. И уничтожить. Это нормально, что мы все бабуру играем? Ой, кто-то а что это ты сделал? А зачем ты это сделал? Ладно. Я что-то западаю, у вас какие-то терки, да, ребят? О! Я не знаю, ой, камера, слава богу. Иду я баблища сниму себе. Ты мне не... А ты кто? Действительно, надо проверить, кто это. Нет, это Дикер лежит. Труп обыскивает, кто-то друг. Я труп обыскиваю. Ну шо, гражданочка, ты кто? Че, ребят, тут собрались? Может, чайка попьем, давайте. Кто охранника убивает, давайте. Смотрите, вот сюда чайка.
Давай чаечку побьем. У нас же светская вечеринка. Ты деску куда-то пошел. Что вы тут заговариваете о моего брате? Ёбок задержан охраной. Не надо, смотри, официант, не вздумай. Не подкупят тебя. Да? Дайте деньги. Что вы тут собрались? Я вам что, всем нужен, боже мой. За мной все ходите. Иди в коридор. Я сейчас чайка попью. Вот, вот это другое дело. Мне нужны деньги. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем тут? Как погода? Да, да, шла. Замечательно. Nice fucking idea, man. Моя тапочка меня устраивает. А чё мне только сотню дали, мне интересно. А там букву М нажимай, там тебе гонорары пишут. За каждую рушку. В смысле? Кий, кастрюля, я убил тебя, я должен нажать М? Ну ты нажимаешь М, тебе пишут, сколько тебе за, за убийство дали. Ну ладно, все, женщина, я с вами пообщалась. Время уходить. Где здесь палуба Б? Разговариваем, разговариваем, разговариваем. А, варили, варили. Кофе пьет. Слишком много девушек на одном корабле. Да-да-да. Я Тикерс. Ай, шлюха. Сама ты шлюха. Не зря мне тебя не сказали. Так, за мной погоняй. Это у вас какие-то тёрки там? Вы задержан охраной. Смотрите, я, короче, резнулся в комнате, и у меня в книжном шкафу просто две книги Библии и Камасутра. О чём это говорит, наверное. Малин, ты ещё тут? Да. А, ну всё хорошо. Я просто удостоверился. Да я не знаю. Так. Я не знаю, как быть с этими камерами. Ну, типа, можно же как-то... Не попадаться на камеры? Это слишком сложно. Не, ну типа чувак может просто стоять на камерах. Ну ему-то тоже надо кого-то убить, там уже время идет. Как ты меня с одного удара получил? Это просто топорик ОП. А чем я тебя все тыкал? Ножичком каким-то. Ого, а что дают за убийство своего охотника? Вот это я хотел... Наверное, даже ничего. Даже так, да? Эйдворах. Ой-ой-ой. Поближе. Чё, Трипи, по идее? Я, короче, пошел по психологам, люди должны... Тут люди должны еще выходить, чтобы, например, пожрать там, поесть, помыться. Ой-ой-ой, женщина. Но просто мы этого, видимо, не делаем, потому что долго не живем, или я не понимаю. Чё-чё-чё? А вон дали. Что надо делать еще раз? Типа, что мы должны ходить мыться, мыться, да, есть. Да, да. Ну и туда должны. Нет, я просто имею в виду, что вот еще те поводы, по которым мы должны, типа, выходить. Да. Просто мы, похоже, слишком рано умираем, чтобы это делать. Твою мать. Что там, телочка бегает какая-то? Бегает, блядь. Это катер наверняка. За что? Привет. За ношение режущего оружия из запрещенных веществ. Да я наркоту с собой нет, таскал. Нет, девушка, девушка, вы что тут подкупаете? Ага. Ага. Не, закрыт. О, курочка ёбнутая, игра. Ладно, мне не интересно. Нормально, что тут труп лежит? Да, я прочекаю, это, кто ты. Это нормально, я тут. Мне тоже не интересно. Ты мне не нравишься, отойди, что а вы чё ты там? Извиняюсь. Только не пёрся. Берф. Чтоб Берф на гитаре играл. Ну не знаю. Это не Берф, это Сэмми. Да? Где ж ты был? Здравствуйте, Сэмми. Здравствуйте, Липпи. Это не я играю, это играет... Сэмми, да вы бухой.
Да, есть немного такое. Нас за тебя дабл микс провалился. Это печально, но я не дома, поэтому я не мог собрать дабл микс. Мог собрать, мог не играть, но собрать должен. Я не в силу собирать дабл микс, извините, пожалуйста. Ничего страшного, со всеми бывает. Алип, спасибо большое. А, к сожалению, ты не выиграл ни в одной номинации, так что сори. Ну ладно, это, конечно, печально. У нас была церемония награждения, золотая шапка. А какие номинации я пропустил, скажите, пожалуйста? Там штук 11. Там много номинаций, 11. Сука, я не могу переключить на колонки, ёбаные, блядь, колонки, на наушники. Ёбаные колонки на колонки. Да, мы тут тусуемся. Мне нужна пора. Помощь, как переключить аудиоустройство. Так, options. Ты задаешь вопросы, на которые... Я не знаю ответы ответ? На эти вопросы, извините, пожалуйста. Да, блять, пройди. Кого-то убивают. А вы во что играли этой ночью, скажите, пожалуйста? Мы в пересмотре. О, колпак Санта-Клауса. Наконец-то. Слушай, а я только... Это. Нихуя, это законно, нет? Кого-то расстреляли, что ли? А, извините за глупый вопрос, а кто такой уёбок? Я там вообще перестрелку устроил на первом. Я понимаю, что это я, но не... Анти-2, если быть. О, шапку надо было. Анти, извини, не признал, бро. Да я уёбок. Негоже тебе быть уёбком. А чё я душу не могу взять? Какого хера она танцует, боже мой? Почему он не лагает? Расходимся. Почему? Не знаю. Мне нравится твое лицо. Ты какой-то сам бы его видел. Просто ужасно. Так, это банк. Это банк, не надо. Это банк? Да. Почему такое? Мне это не нравится. Блядь. Там, короче, Сэмми, ты? Блин, ты... ну я типа тут, но я не тут. Зачем тащить вот этот? Ебать, а кто-то туалет взрывал? В тюрьме. Кому не понравился туалет? Я там не нравился. Это он такой черный стал, с дырочкой, да? Переместите, пожалуйста, от кого их идет. Это Сэмми. Извините, я замьючусь. Да, персо. Как-то доноси до нас мысли свои. Эй, рыжая. Девушка в коридоре. Подождите, пожалуйста. Камера, да. Здравствуйте. Что? Я просто узнаю, как вас зовут. И вас узнаю, как зовут. Марш вот есть. Подожди, я тоже хочу узнать, как тебя зовут. Меня вот. Ты мне не нравишься? Сейчас подойду. Меня зовут Этель. А, Этель? Де Онарон? Ага, я понял тебя. Я понял тебя. Этель Дел Оларон, блядь. Пизда тебе. Давайте играем тут, на счет 3 достаем оружие. А мы здесь долго будем стоять, потому что я, конечно, все. Раз, два, три. Пацаны, там мужик. Никто не достал, видите? Мы все тёлочки, пойдем на мужика. Где мужик? Вот. Стив, зеленые земли. Убейте кто-нибудь охранника? Не хочет, слышь, поблизко. Да! Денежки взял. Красава, мент. Так, подожди, а как ты с ним договорился? Я тоже хочу. Мне кажется, он просто с ним поговорил. Ого. Что ого? Закрыть глаза на преступление. Как? Что это ты сделал? Правой кнопкой зажми на охранника. Рассмотреть, говорить. Денег давно. Смотри, что-то замышляет твоя тварь. Аделина, а? Ага. Сучка. Ой, давай, ты хочешь меня, да, да? Как тебя там? Давай, беги отсюда, шлюха. Я не тебе прости. Надо присесть. Да, блядь, замыслили нахуй. Не, ребята, ты вышел. Пока я пойду. Ты что, зонт достал? Отсюда, уходи. Да, я пойду. Ухожу.
Я не тебе, я вообще не знаю. Окей, ладно. Я с Дезом говорю, он вообще оделся в что-то леопардовое, как обескусить. Фу, Дез, что это? Ну, я не виноват. Ой, да ладно. Ну, конечно. Всё, мы потом поговорим. Иди в жопу. Посмотреть. Это бармен, он делает напитки. Отлично. Хорошая история. Так, ладно, да, ну, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, давай, спокойной ночи тебе. Давайте. Что ты, блядь? Долго меня выслеживаешь? Эй, охранник! Ой, охранник, что-то ничего не увидел. Ой. Как так получилось? Охранник бичара. Согласен. Фу-фу. Где тут можно что-то... О. Слышишь? Было странно. Кто? А тут у меня книжка какая-то нарисована. Это мне надо прочитать что-то? Обычно это делают с книгами, насколько я знаю. Не, ну тут просто какая-то... Я не уверен, что это книга вообще. Не знаю, что это. А тут типа есть потребность читать книги или... Ну, тут что-то, да, похожее на книгу и... да. Надо... У меня персонаж хочет сходить в туалет. Посрать. Причем сильно. Ёлочка. Чё тут, ребят, чё за точку? Кто такой? Да ладно, мне не надо тебя убивать. Мне не надо тебя убивать, дура! Да мне плевать, ты мне не понравилась. Дура тупая шлюха, блять. Так что, подождите, там вот книга нарисована. Что делать надо? Прочитать. Я, кстати, потом с этим оружием случайно вышел. Липи, меня а что это, сука, баба? Ты чё, охуел? Я зонтом убил. Блять. Всё закрыто. Там за зонт много получаешь. 500, нихуя. А выиграешь, если 25 тысяч у тебя. Девушка, блять. О, кто-то бумажник кинул. Поднять. Ой-ой-ой, ошибочка. Что мне поднимается? Хватит меня бить. Это бомба, блять, какая-то. Нахуй, вот вас. Я не могу бумажник поднять. Что за херня? Можешь попробовать? Кто вот это стоит? Велима. Даньте. А смотри, что творит. Подошел к концу, значит. Ребята, во что вы все играете? За шипру. За шип. Липи, ты уебок. Спасибо. Извини, пожалуйста, но ты уебок. Это правильно. Человек с ником уебок, он не уебок, а ты уебок. Хорошо. Спасибо, Липи. А где здесь можно поесть? Сори, блять. Сори, блять? Нигер, ты че, блять? Ага, че ты захотел? Да? Да пошли вы нахуй. Почему меня граната взорвала? Нехуй, потому что ты граната в меня. Ты граната была? Да. Все выхерёшь. Ну пожалуйста, не пожалуйста. Ну Боже, сколько у них потребностей. Я не успеваю убивать всех и... Это... Ужас. Какой тебе всех убивать? Ты одного убил и все. Ну да, но типа я не успеваю убить кого-то, и там и постоянно подпасывают. Почему я убиваю своего охотника, и мне ничего не дают денег? Меня наоборот отнимает. Куча. Вообще бред какой-то. А, тут, а как карту вырубать, кстати? При карту? Хорошо, рандок. Карту выбрать? Ты где-то видел карту? А, нашел. Какой... Что за зонт? Там за зонт много же. А там меняется постоянно. О, господи. Типа уже убивали зонта, это... Боже мой, блять, сумочкой, сука, 7к дают, ебануться. Ну кто меня... Ския! Блядь! А шо, кии немного сколько стоит? Сколько тебе... Кии немного стоит? Он 9 штук там.
Посмотри. Или только для меня. А, это значит, только для меня вот 9 штук стоит. Нет, ну для меня тоже 9. Ну, тоже да, нормально. Охранник не получается, видишь как? Ну, тёлочка. Пройдёмся, пройдём с нами. Чё надо? Ты хочешь меня убить, да? Стоял себе, никого не трогал. Овнер, скажи, кого тебя убить надо? Мне надо. А как это меня сказать? Меня его надо сказать. Ну-ка, расскажи, как это сказать. Катера там нормально, я смотрю по деньгам. Опа. Подождите, молодой человек. Молодой человек, всё, валите всё. Отсюда нахер. Все, что надо, узнал. А уже поздно, что ты и все равно. А вы давно играете просто так? Минут 20-30. Ты нормально так поднялся. Ну, именно в эту минут 20-30. Я имею в виду, когда вы собрались. В час ночи, по Москве. Ну, хера себе. Ну, блин, у нас же все расписано было. Блядь, я был не в курсе, извините. Что значит не в курсе? Что ты врёшь? Была создана группа. Ты в ней состоишь. Видишь, меня бьют! Три, я бы тебя отомстил. Блядь, почему я никого не могу убить? Что за херня? У меня 230 рублей. Нет, 230 рублей всего. Долларов? Нормально, у катера еще меньше. Долларов, но у катера вообще минус. Ой, ты переоделась, сука. Так, слышь? Давай без резерв. Чё, Тилип, ты меня хочешь убить? Не надо? Не-не-не, я начал? Уже своего персонажа убил. Мне уже ничего не надо. Хотя мне надо пойти попить. Катя, ты чё, тварь? Смотрите, Катя, он тварь. Что за хуйня? Там что, свидетели есть? Ребят, убейте Катера просто так, что он тварь. Он пытался заработать. Слушай, он заработал. Я с вас опустился, был в тушку. Угу. Катер меня обогнал. Опять какой-то дракон зашел. По-моему, драконус это кто-то наш. Да нет. А как он еще раз зашел? Просто, блять, как ты, сука. Там черваки, наверное, показываются. Вот это и армия 50 тоже был. Ай, ёбаный Овнер, как ты меня, сука? Мне или Овнера, блядь, сюда убить, или он меня, это ёбаный пиздец. Причём... Согласен, да. Я подхожу к нему, блядь, и нихуя не получается. Так что ты знаешь? Я ещё не особо понял, где здесь можно пойти поесть? Блядь, а здесь... На первом этаже и на втором. Автомат на втором, стоит, на втором там, по-моему, там на кухне, на первом, халявная. И на первом, да, есть реально еда. А нахуй книжка, можно убить? Да. Камасутра. Ну там я видел, что можно типа книгу убивать. Вот нигерши катист. Полу, по-моему. Ах, стоп. Я к автомату тогда хотел. Какое дело? Какое дело, ребят? Чё? Ты кто такой? Вообще, блядь, палить отсюда. Ёбаный. Там кто-то смотрит, его дубинкой по башке. Кошелек поднял. О, нихуя тут. А кто был Ягус? Я не знаю. Я помню. Я чё, я не могу? А, у меня нету уже охотника, идеально. Наличные 200, блядь, 60, идеально. Так наличные это такое? Ой, наличные, сколько в банке? 1600. Блядь, еще жрать, я не успеваю жрать. Не до этого, блядь. Да-да. Надо было поставить потребности легкого.
Ой, да, какая, нормально. Какая у тебя как красивая раз... Розелла, какая у тебя красивая шапка. Ой, да. Вообще, реально очень. Ну, пошли посидим. Пойдемте посидим. Вот сюда. Уже мне скоро надо что-то. Не, мне спать еще не скоро. А я вот на диванчик поближе к тебе сяду. А как с собой? Ну, просто ну, вперед куда-нибудь. Подходи, подходи, красотки такие сидят. Ну, я, конечно, по себе. Розелла, это у вас, одинаковые платья, шлюки. Дамский клуб, блядь. Слышь? Слышь, зато шляпа разная. У другой цвет. Ты видишь, у нее вишневая, блин, игра реально очень крутая. У меня жопа еще сзади побольше, вот если так смотреть с моего вида. Подожди, я не Гритоска. Ёбаный, блядь, рука манекена. Ты кого рукой убил, сука? Не знаю. А где ты руку, достал? Я, кстати, пытался ее найти. Магазин там на первом этаже, где какое-то белье, по-моему, продают. Да. Я находил пару раз. Слышишь, да. Оп, я тут, привет. Привет. Здорово. Есть еще местечко у вас там? Да, зашиб? Да, да, да. Зашиб есть. Я захожу, я что-то перехотел спать риск. Ну, нормально. У тебя где-то час не было. Сколько меня не было? Где-то час, так что не очень резко. Ну, походил, подумал. Решил пойти. Так, тут Розелла кому-то заплатил. А-а-а. Девушка, вы куда выходите? Я понял. Я все понял. Что надо, блядь? Ты кто такой? Что-то лагает. Девушка, девушка, такой, девушка, блядь. Стойте, девушка. Сведения. Да, блядь, не ты, сука. Ты, сука. Я отдохну. Сейчас. Идары ебаные, блядь. 150 баксов съел, сука. Ладно. Тогда нужно косарик отдать. Косарик, да пошел нахуй. Понятненько. За косарик, у меня так косарик. 690, боже, какой я бомж. Овер, ты, сука, читак, не заебало, что мне на тебя попадает. Ёбаный каждый раз попадает на ёбаного Овнера. Или он меня убивает, или я его. И то редкость. Ты дашь мне прочесть? Зашел? Так, как мне зайти? Зайти? У вас раз, сервер два, полный. Три, четыре, пять, шесть, сервер полный. Угу. F1, приз. Этот чувак вообще, по-моему, АФК стоит. А кикнуть можно как его? Да, да. Да, а да, мы проголосовали. Через коннект можно коннектить. На. Сейчас зайду через коннект. Так, как тут консольку открыть? А, настройки куда-то. А, окей, понял. Что тут кушает тоже кто-то? Дрифткастер. Катер, ты здесь? Катер сдох, по-моему, ребята. Ну, да. В душевую, Катер, не заходи, там моюсь. Да! А ты, пидор, блядь, за спиной стоит, смотрит, как я моюсь. Катер, что, там убил кого-то, да? Да он в тюрьме. Куда мне нажимать? Хантер или я? Хантер, да. Хантер, всё. Я пошел, пошла, или кто я вообще? Куда идти? В чем суть игры? Я такую баш, шапочку нашел. Тебя в правом углу, в нижнем. Твоя жертва, тебе надо ее найти. Ну, опознать, кто это, и убить. Только убить так, чтобы этого никто не заметил. То есть у тебя есть зеленый глазик. Когда он становится красным, это значит, тебя видят камеры, тебя могут посадить в тюрьму. Либо тебя могут увидеть там более двух свидетелей. Когда тебя тоже будет посадить. Это. А можно третьего лица как ходить? Нет. Да тут от первого приятного. А я не вижу это. Кого мне надо убивать, у меня просто черный. Вот эти там. Да заплатят, короче. Тебе нужно на всех нажать там левой будет кнопкой. У кого вопросики, ты тогда узнаешь, кто есть. Кто... А, все. Увидел. Отсидись. Девушка, подождите, как вас зовут? Во-во-во-во, полегче. Девушка сегодня не в разговорах. Девушка. Все, не в разговорах, только девушка. Ну. Чё за... А кто есть кто? Вот ты кто, девушка? В шляпе в китайской. А ты кто? Так, это не я. Это ты? Первой кнопкой подходишь, жмёшь? Да. Левый. Ага, 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 я понял. Понял. Войс, я войс. Я только ружьё подобрал. О, ружьё подобрал? Блядь, зачем действительно. Спасибо большое. Не за что. Прав 800. Я так и не чекал.
Короче, буду спать в тюрьме, блядь, что еще делать? А что там, драчка? Бля, слышь, Вовнер уже 20 вот. Штук. Да я ему выиграл уже катку. Надо его подставить. Блин, даже в тюрьму не садится, сука. Папки отдают охраннику. А как ударить кого-нибудь? Я хочу эту девку ударить. Как ее ударить? Оружие надо подобрать. А где его взять? А, везде. Находить. То есть без оружия нельзя человека убить? Да. Да. Понял. И чё, одному так надо бегать, что ли, по всей карте? Уходи отсюда. Не нужен, сука. Китайская шляпка. Впервые, блядь, но ты мне не нужен. А мы тут все у всех есть, да? То есть... Да. Так, то есть... А как взять оружку? А, всё, понял. Всё. Инвентарное и... Угу. Блядь. Где здесь ебаный выход, сука? Ебаный выход не могу найти. Здесь ебаный первого этажа. Ой, я в душ. Как вымыться? А, всё. Ой, там на букву N нажимаешь, у тебя все твои статусы показывают слева. А на букву М сколько тебе дадут за убийство каким-то предметом? Только его надо постоянно смотреть. Цель игры — выиграть 25 тысяч баксов. О, я моюсь. Кто это тут такой? Это катер такой прихрамывает. А тут жертва меняется, нет? Да. Каждые полторы минуты вроде. Я уж увидел. А кто-то тут уже зашел. Боже мой, меня сейчас повали на 1000, потому что я находился там, где не надо, сука. Ой-ой-ой, там, блядь, кто-то это в душу, типа. Кто-то в душе, где? Он там. Опа. Я. Вы чё? Ты чё там рубишь? Пошёл! Так, тихо, я понял. Рыжая. Спасибо. Рыжая сука. Я же убил тебя. Почему? Долго ты за мной сидел? Я там выслеживал, короче, собирал оружки. Я даже нашел бумажник, которым можно убить. Сука, ебаный зонт, пошел нахуй, я тебя какую-то хуйню пилил, блядь. Ой. Место паром скрыли. Какое? Мне там какой-то штраф дали. Эй, а почему я в тюрьме сижу? Ну вот, потому что тебя спалили. Ты на камеру попался. Или охранником. Короче, когда справа зеленый глаз можно убивать, когда слева, то нет. Ой, когда, блядь, красный, то нет. Я свои пальцы ем. Сижу за столом. Девушка, ах ты сука. Все узнал, ухожу. Палки позорные, вытащите меня. У меня чувак... Точнее, это чуха так спать хочет. Ладно, короче. О, чтобы вывести план корабля, нажмите П. Это поможет, наверное. Вот это ты вовремя кнопку сказал. Ой, пизду, блин. Боже, это реально бесит. Можно как-то поставить, чтобы они не так сильно хотели вот. Чего? Постоянно есть и так далее. Да дальше. Нормально, чё-то. Наверное, можно. Ну там может, да, может. Ты понимаешь, у меня нету времени реально убивать. Я постоянно, я вот иду. Не знаю, у меня на все напрямую. Смотри, сна, у меня убиваешь, уже краснеет. Идешь, короче, спать. Я не до конца делаю все. У меня вот как там. Когда у тебя начало утра, вот сейчас выбирается жертва, ты идешь ссать, срать, пить, жрать. У тебя как бы время есть, просто я не знаю, это сразу, когда у тебя появляется, чуть-чуть что ли делаешь? А как свой инвентарь открывать? Я не видно. Ага. Все понял. Спасибо. Заблудилась. Опа. Я понял на твою реакцию. Я тебе нужен. Че это? Питер. Питер выиграл. Наверное, или что это? Ну, что, ресарты мы ставим на легкую потребность? Да. Да блин, оставь такую изи. Не знаю, меня, кстати, потребности вообще никак не напрягали. Меня тоже. Меня вот тоже. Я Липина пока в тюрьме сидел. Не спал. Да, Липич. Я просто в тюрьме пока сидел. Там я понимаешь, я делал. Иду, я нормально, потому что я тут сдох в комнате. Ай, в пизду. Ко, перезапускай. Ой, я раздел мужика какого-то. Ладно. А карту эту же будем? Да.
Потому что мы пока будем можно учить... и другую. Нет, мы пока будем учить на другой карте, где я эти потребности пойду. Но это, кстати, не так уж и... ну, не так уж много времени заняло изучение этой карты. Пока. Да. Ну, я на первом этаже так, блядь, заблудился. Я нашел где кие брать. Где? В бильярдной, не пойму. Она на первом этаже. Что, может, другую карту поставить? Она на первом этаже есть. Не знаю, я бы тоже самую сыграл. А я другие не помню, какие. Я помню, мы с Анти на какой-то играли, вот помнишь, Серег, там, где были домики такие деревянные, что-то вроде Таиланда. Таиланда, блядь. Вот какая-то Канимара. Там еще тюрьма такая была. Большой круизный лайнер. Ну, я, короче, покурить выберу. Ну чё, как там? Создаётся? Ну так Дикер отошёл, подождём. Зайдёт он? Наверное. Да не зайдёт он. А сколько нас сейчас? Получается... из-за 7? Ну это нормально. А, во, вот это Райфи Кумару. То, что говорил Дикер, наверное. Или Анти. Так что, ставить на легкие потребности? Да, забей хуй. Тогда или нет? Нет. Оставь. На средних. Окей. Я не понимаю, что такое число свидетелей и время свидетельства. Так, куда идти-то? Сейчас придет Дикер. Это на Атланту надо заходить сейчас? От Атланта? А? Я... ладно. Потому же коннекту залечу. Сейчас. Ну, Атланта, не Атланта. Кстати, можно Атланту поставить? Тоже маленький корабль. Ладно, оставим этот. Я бы все поняли. Где что? Из самых дерьмовых оружий дают самое больше денег. Ты тут? Ты создал? Я тут. Ну да, за топор там, по-моему, он с удара убивает и типа... Там... удар 2. Пацаны, а у нет, там, по-моему, оружие да, типа, меняется цена на протяжении. Мы играли 7 на 7. Буду играть без вас. Это было уебански вообще. Там был понимаю. Пирос. Нет, там был этот слот. Точка. Я хочу вам сказать, что Берф полный уебан. Вот. Это правда, запомните кстати. Это, пожалуйста. Хорошо. А ему говорит, передать, видимо, да. Да, спасибо. Дорогой человек, тебя зовут Леон. Все, я запомнил. Я тебя запомню сейчас. Девушка. Стой. Так и вас. Девушка, тоже. Девушка, вы куда? Слышь, не говорит, Ланче, у меня таких навыки на полно. Ооо, девушка, вы не фитоски, вы это знаете? А ну-ка, я одежду. Блин, опять я эту карту. Она хоть повеселее тут выглядит. Один за самый. Смотри, у тебя там кто-то кричит. Это Берф и компания поют под гитару, пожалуйста. А, Берф, но они меня выгнали, я сижу в фейсе. А чего они тебя выгнали? Берф, привет передавай.
Я боюсь, бесполезно передавать ему привет. Ну ты потом, когда он это... Ну потом отойдет. Как-нибудь, да, обязательно. А чё они тебя выгнали? Они поют Лепса, если вы не понимаете. Я его сегодня видел по телеку два раза. Лепса? Лепс хуепс. Лепиаут, ты любишь Лепса или нет? Что? Ты любишь Лепса или нет? Больше жизни. Больше жизни, но я понимаю. Дмитрий, кого-то зарубить хотел. Леон, я бы запомнил тебя. Опять ты овнер, сука, это ж пиздец. Леон хотел кого-то зарубить. Да, меня. Овнер? Овнер. Да-да. А, нахуя слышалось. Я не успел. Блять! Да блин, а странно, что здесь они кастрюльку считают оружием. Дигер. Я надеюсь, я тебе не нужен? Ах ты, сука. Кастрюлька. Тварь. О, боже, я опять не могу консоль включить. Огорчи, че? А хотя вот я так могу. А вы что, другой корабль? А если тебя убивает твой охотник, то жертва новая. Я вот понял это только сейчас. Че-че-че, если у тебя убивает твой охотник? Если тебя твой охотник убивает, то у тебя жертва меняется. Да, а если ты убирается. Убиваешь охотника? Я хз, анти убивал охотника. Я тебя запомнил, сука, иди нахуй. Я штрафовали просто их. А. Значит, ничего не дает, если ты охотник убиваешь. Значит, тебе надо убить кого-то и еще убежать своего охотника. Ты таки плей. Нажми, по-моему. Нажми там что-то. Блядь, если честно, мне уже что-то надоело. Там мне надо. Я хочу победить. Не знаю, мне нормально. У меня сикровая игра. Ну, блин, ты должен признать, она поинтереснее, чем в Гаррис Мод было. Да. Но в Гаррис Моде просто калечи играли, типа там половина людей вообще молчат. Все, уйди, иди, я с тобой не разговариваю. Здорово, пацаны! Новый год! Я застрял. Я в стуле застрял. Я их слышу, Новый год! Это Берв? Хер его стоит. Меня слышно, урр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 r Меня держит, все в порядке. Я не вырвусь. Да. Ну как? Нормально, Овнер, да? Ну как? Тут есть еще как бы официант, понимаешь? Да. Официант, да нет, по-моему, он курицу. Ой, Рокс. 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 Я не пьян, я голоден. Курицу возьми. Две порции пончиков человеку. Салату давай! Записывайте это дерьмо, блядь! Записывайте это дерьмо! Эй, слышишь? Я слышу прекрасно! Туда-сюда, вперед-назад! Отличный парень. А чё мне за зонт, блядь, 50 центов? Меня зовут Берф, и я ебашу в ТФ! Это не смешно, потому что я чего? Извините, я адекватен. Дигер, у тебя там же записывается? Да. Все записывайте обязательно. Да? Не упустите этот шанс прославиться! Кто нам гей? Эр, что ты ставишь?
ставлю как надо. Ты мне не нравишься. Ой-ой-ой, там смотри, охотник. И спрятал. Софт F захожу, извините. Отпадло. Кошелечек, кошелечек. Кошелечек, блядь. Что ты там махаешь? Что, блядь, тут происходит? Ах ты! Прицел! А дети люблю. Мы работаем круглосуточно. Что? Не что, а кто? Мне нравится ее шляпа. Не ржать! Работать! Музыку включите. Что? Спою, что надо. Петь что любите, я спою что надо. Бля, смотри, стреляет. Подлец какой-то. Стреляешь, стреляешь. Как катер. Катер? Просто стрейфанул. Стрейф! Только теперь полечиться надо. Полечиться. Дикер, а ты что за мной ходишь, у меня вопрос. Я ищу людей. Да, я конечно, здесь людей. Не в теме. Тебя как зовут? Обите. Разговаривайте со мной, я не в теме. Иди за Дикером, ребят. Я за Дикера пойду. Давай. Саня! Сэмми! Здорово! Ухой в жопу! По-моему, не записывать. А... Записывать обязательно! Это хитовая аудиозапись. Хорошо. Закройте окно, мне холодно. Липи, 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 здорово, как ты там? Липи, ты там за кем охотишься? Не знаю. Поставил запись, кнопку Липи. Ебать, смотри, что у него слышит. Липи, ты лучший, Липи. Кто узнал голос? Давайте голосуйте. Кто это вообще там? Он вроде Берф. Берф вроде, но вроде и не Берф. Ой, смотри, ты там ебашил около ёлки. Нижняя кнопка мыши, это Сэмми Хуп и Берф. А там ещё и Хуп сидит. Хуп здесь! И Сэмми, не забудьте Сэмми! Мы не пьяные, мы веселые! Ой, извините. Я закрою эту дверь. Да, давай, 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 закрыл. Ты смотри, как вообще меня происходит. А как взять, типа, много денег в этой... Бля, еще Бер в записи. Бер в записи! Сука! Я в записи. Так, Липпи, ты бы съебался, что я тебе. Гайз. Гайз, fuck you! Много денег, как взять в этой хуйне? Правой кнопкой нажимаешь, там есть плюс 300, и, по-моему, даже все снизится. Что ты хочешь от меня? Привет, мне что-то хочешь. Нет, ты нихуя. Вот это падла в шапке, мне нравится, на С разговаривать, я понял. Чё ты со мной охотишься? Сэмми съебался, ему похуй, он был... Да я знаю, что ты со мной ходишь, я тебя спалил. Кто-нибудь меня слышит? Слышит? У кого-то спалил. Меня не нравится моя шапочка. Да. Меня слышит кто-нибудь? Кто кого спалил? Меня слышно! Перв, тебя слышно! Куда вы уходите? Меня оставляйте. Не хочу! Мне сказали позлать вас нахуй, идти с ними. Ну ладно. Мне надо пожрать. Где же еда? Отвалить. Можете 1000 закинуть? Слышь. По-братски. А, понял. Понял, сейчас кому-то. По-моему, мне. Да у вас нормально тут. Ой, нормально вас двоих так заняло. Воу-воу. Нормально меня денег снял. А я тоже в тюрягу. Блин, я достал кастрюлю и меня в тюрягу отправили. А ты же хочешь? Нормально вообще?
Я вообще-то не хотел в тюрягу, пойду посплю. Оштрафован там тот. Так, по одному кто, блядь? Хуярил, хорош. Да почему меня? Почему я ничего не могу? Потому что, блядь, какой пистолет? Ты ебашил. Так, спокойно, мужчина. Вот умер, если он увидел, кто ебанет. Спокойно, мужчина, иначе вам конец. Мы все спокойно выйдем отсюда. Ты, Мурон, Шомер. Не двигайся. Давай, я даже дверь закрою. Ты остаешься здесь. Да-да-да, давай. Спокойно. Спокойно, я пойду в душ. Хорошо? Мурон, Шомер. Да, все. Только не надо трясти, пожалуйста. Пожалуйста. Все, забираюсь обратно в норку, вот дверку даже закроюсь. Отлично. Сейчас скоро срок отмотаем, еще выйдем, да? Это отлично. Я вот сейчас выхожу через пару секунд. Отлично. Даже помыться из-за тебя не успел. Девушка в коридоре, подождите. Ты? Привет, Мурон. Я вас знаю. Интересное место для респауна. Мужчина в шляпе. Два мужчины в шляпе. Шлюха, что ты? Я вас ждал. Уёбок. Блять, такая ты. Ты еще так безвкусно одета, купи себе костюм. Я ноль денег, блять, ты бомж. Я не ношу с собой кэш. Пописить надо. Погиб все на карточку. А он там нормально? Такие вдвоем выходят из комнаты. Нормально. Да я спал. Катерфас меня с револьвером. Ой, а Овнер-то в минус залез. Ой, Овнер, что там с тобой? Четы кончились, да, не проплатил. Да что-то да, это. Деньги не берут. Все, мотаем срок. Все узнал. А на зоне можно почитать что-нибудь? Можно, да, там да, есть. Там можно почитать. Там вообще везде. Библию или Камасутру, только две книги всего, в принципе. Блять, а что, почему тут же зеленый глазик, нет? А, похавал. Вот. А ты чё, то, что меня убивали, это там не было. Почему не кастрюля, это possession of deadly weapon? Это нормально вообще? Да. Ласа. О, ты вернулся, чувак. Привет. Привет. Привет! Не контролируйте меня! Я! Хорошо, не контролируем. Хорошо. Дай мне пройду. Я завис что-то. Я завис. ДС. Я кнопку разговариваю. Все, идите упарывайтесь. Я упарываюсь! ДС. Мне кажется, ДС того. Украину бомбят, ребят. Все, все. А стоп, Липи тут. Липи, как там за окном? Ничего, что мы в разных... Как бы... В разных, хотел сказать. Что? Вот это поворот? ДС в Харькове. А Липи в Киеве. Ну все, заруинил мне игру. Ой. Ты в минусе был. А еще кто-то может? Да нет, я в конце сделал килл за 6 с лишним тысяч. А еще кто-то может хостить? Ну хуй его знает. Я думаю, каждый может. Не, я не могу, у меня почему-то через меня нельзя законодательство. Даня Кукуруза лайкнул мой. А, я предлагаю подождать немного ДС, мне кажется, он вернется. Да. Ну или просто пойти нахуй. Ну да. Тоже сидим уже, конечно, долго. Можно, я не знаю, сегодня вечером бахнуть. Игра реально клёвая. Ну да. Намного, ну, лучше, чем Garry's Mod. Потому что там ты иногда убиваешь, типа, ненужных людей. Вот как у нас вначале было, просто все идут и стреляются. А тут такого нет. Ты не можешь бегать с оружием, тебя ебошит. Ты в минусе. Так что лучше будет. Я хочу... Подождите. О, привет, Дес. Это не Дес, а это наш любимый друг, Верф. Верф?
кажется, Дикер там стрим уже часов 5 идет. Или сколько? 5:25. Отлично. А, привет. Привет. Как там Берф? Понятно. Давай, говори. Здорово, ребят. Здорово. Здорово. Короче, они все бухие, кроме меня. Да конечно, ёпта, блядь. Кроме тебя. Ну, если бы сам меня Сэм чуть ёлку сейчас не сбил. Такое вот дело. Блядь, просто дами, ребят. Я иду! Я вот уже себе представляю, бежит там голый, руки в разные стороны и кричит, я иду. Вам, короче... Ну... Я держу кнопку, чтобы... Чё? Я не буду вас мучить, я прогнал всех, кроме себя. Вы там надолго зависли-то? Не знаю, но мне до дома идти 5 минут, поэтому я надолго... МИНУТ! От дома! Короче, что-то из нас попробую создать. Лучше я опять могу вынести что-то. Пацаны, это не я, это не... Это не он, это мы! Рабочий класс! Не смейтесь, мы серьезные! Дикер, ты можешь это потом вырезать вот так меня? Так, без очков. Да. Я не пил, я только праздновал. Цитаты великих людей. Я не пил. Это обычные цитаты. Великие люди рождаются ребенком. Обычные цитаты. А вот это уже да. Вот кого я знаю? Привет. Кого не знаю? Все равно. Это точно Берф? Это не Берф, это Хуп! Это Хуп! А, персонал! Далеко такой же. О, Берф трансформировался в кого-то другого. Я его же трансформировал! Все, пацаны, Сэмми! Сэмми сваливает! Все, Сэмми сваливает! Сэмми сваливает! Сэмми, у меня один вопрос! Держи вторую кнопку, Сэмми. Сэмми, не сваливай, пидор. Вот, где мой большой палец, блядь, где мой большой палец? Мне сказали держать большой палец на кнопке, которая говорит. Задавайте вопросы, которые вас интересуют, я отвечу на все из них. Сэмми, почему ты не в говно? Он ушел в говно. Нет, он не в говно. Он примерно. Он не в говно, он не в говно, ты его видел, блядь? Он за Нину, но он не в говно. Он контролирует свое поведение. Он чуть елку не уебал, блядь. Елку уебал, мы почти. Создайте чербак, блядь. Мы веселимся. Какую песню вам спеть? Заказывайте. Пацаны, кто наркотики продает, пацаны? Я продаю тебе. Да? Ты давно покупаешь. Я, извини, я забыл. На тебе деньги. Спасибо. Слышишь? Липни. Да? Не, я не буду слушать. Кого слушать? User left your channel. Я опять вылечить могу. Это круто. Извините, я ушел на секунду, но я вернулся. Ничего страшного, не уходи. Спасибо. User left your channel. Меня кидайте туда-сюда. Шатает, да? Не надо этого делать. Я взрослый человек, я понимаю, что... Давай ленты примотаем. И за ленты замотаем кнопку, и не надо будет ее задержать. Да, правильно. Блять, легче, сука. Может, Берф, лучше... прости! Подожди. Нет, стой. Если кто там кнопку держит? Настройка, хотели... жмите просто. Не-не-не-не. Кто там кнопку держит? Он вернулся! He's back! Алло, Берф! Берф! Это Хуп! Хуп! Она работает всегда! Хуп! Её можно не держать! Активация по голосу! Активация по хуй! А чё ты мне раньше не снял? Дебил! Идиоты, блядь. Идиоты ты? Это не обматывай. Эти ёбнутые, блядь, намотали из-за ленты у нас кнопку, блядь. Ты что, не ёбнутый? Ты...
Почему ты похож на трупа из GTA? Он труп, но он жив. Я имитирую. Имитируй Маргас! Ладно, расскажите, как у вас дела? Отлично. Я про специально сейчас кто-нибудь на стрим Дикера заходит. Все хорошо! Че, это вообще нормально? И на стриме стабильно три человека, понимаешь? Не проблема. Заряжены на работу. Сань, Саня, слабо присесть. Саня, приседай 60 раз! Раз, два, три. Опа, два. Опа, два. Тебе слабо? Не паримся. Нет, хуйня. Давай, раз, два. Давай, я могу три раза по себе смотреть сейчас. Он сейчас ёбнется, он сейчас ёбнется. Смотрите. Все, ёбнулся. Они что, реально наводали кнопку изоленты? Олимпия! Что? Олимпия? Олимпия? Не трогай мышку, блядь, не трогай! Не трогай мышку! Так чё, создавать сервак? Нормально. Не трогай мышку! Смотрю. Да я не знаю. Активация по голосу, не трогай мышку. Активация по члену, брат! Нас тут 7 человек, может... А, нет, 6. Не, 7. Можно в Гаррис даже. Да стой, баче, блядь, заебись просто. А бер в говно. А бер в говно! Вы не представляете, какое он говно! Стемник не ёбни, иначе он ломается! Я держу себя под контролем. Держи себя в контроле и под контролем! Новый год не для слабаков! Ребята, нам мало осталось, милиция уже едет на самом деле. Сообщение! Вам добавки не надо! Отвечай на вопрос! Нет! Почему нет? Может, да. Может, и да, но нет. Фу, бля. Сука, я так же писал, как это Арине. Да может, да? Я расшифрую сейчас, ребята. Арина мертва. Она умерла. Сам писал. Твоя фирма. Если что, что Сэмми лежит лицом на столе и не против, что... Он против, бля! Я просто держу кнопку. Я с трудом стою на ногах, но... Я смотрю, там у вас у каждого своя задача. Как ваши дела, ребята? Главное, оптимизация процесса. Главное, что вы уроды! Все продумано. Тихо. Добрый вечер, друзья. Заткнись! Говори вверх. Внимание. Все заткнитесь! Здравствуйте, ребята. Пошёл нахуй! Подожди, ты ху пьяный или Берл? Я напоил этих ублюдков, они сейчас... Ты напоил свой хуй! Наслаждайтесь этим моментом. Наслаждайтесь своим членом! Липи, тебе весело, да? Ты не знал, у вас Липи шутник года. Не жди своей участи, умри! Это хуп, если что. Если что, это не я! Это лучший. Это Любах! Ой. Ладно, давайте. Я все сказал, я сказал все. Все, я нахуй спать, блядь. Менты едут! Ничего, я их знаю. Они не посмеют. Они не узнают. Я
Я в трезвом состоянии, еще круче. У меня медиатор в руке, куда его положить? Пацаны, извините, придется... Извините за бестактность! Взврат его! Запомните нас, мы Берф! Я пытаюсь... Мы сияем в ночи в новом году! Санта-Клаус не видел такого! Подарки всем! Я пытаюсь удержать... Он пытается удержать свое. Не снимай меня на камеру, я нормально! О, давно пора. Microphone activated. Кому скучно, ебло? Красный, вы не подумайте. Я держу кнопку из последних сил. Не держи! Все, не держу нахуй, не держу, блядь! Отпусти кнопку! Ребят, я уже могу смеяться. Ребята, держитесь из последних сил. Не смейтесь. Все, извините, пацаны, это все было последнее, последнее. This is the last message for you. I love people. Отпускай кнопку, а блять, если кто-то кнопку захочет. He has no strength вторая to кнопка, hold вторая, the button. Вторая кнопка, вторая! The button is too weak. I don't have the strength to hold it, please let me speak. I love people from my heart. I love you bitches! Speak to me with your language. Никто не записывается в порядке, блядь! Please record my speech, I love it! I drop the mouse, but it's alright. I love to speak with you. Please tell me your life story. Say it. Control myself. Shift myself to a new limit. Wow. Просто, блядь, шоу Коли и Саши, блядь. Символ шоу. Слушай, а это идеальная постановка для шоу. Мы их набухиваем, сажаем перед камерой. Он и трезвый такую хуйню несёт, блядь. Не пиздец! I don't drink at all. I don't drink anything in my life. Блядь, ты такую хуйню несу, блядь. Just shut up! Влад, может, я брю в дивизию пью, заказывайте песню быстрее. Владимирский Централ. Владимирский Централ, ветер северный. Не, давайте иностранщину, вы чё? Этапы мы стабилизовали немерено. Иностранщина звучит забавнее. Джастин Бибер. Тяжкий груз. Джастин Бибер, лайк-лайк. Так, как, еще раз? Джастин Бибер, лайк. Oh, I don't know this song, something else. Кто нам сделал? В смысле? Другую, блядь. Кто-то пернул, давайте другую песню. Чтобы не плевать по забору. Чтобы не было зимы, на-на-на-на-на. Я сейчас подошел ты, наверное. Внешнюю позицию! Фу, блядь, пернули, ребята, бегите! Нет, это не есть, серьёзно. Нет. Чё-то тут какой-то пиздец, реально.
Таня! Здорово всем! Привет! Что? Как дела у вас? Ты контролируешь свою жопу? Заебись! Ты жопу свою контролируешь? Не особо. Не особо. Короче, они просто дохуя выпили. Я могу вас вам... Ты чей телефон, блядь? Мой. Слава. Да ладно. Блядь, ты ёбнутый. Дай мне мой телефон. О, правильно. На полу рядом с кроватью. Бля, кто пернулся? Галакси S2, ты просто... Чё они с ним делают, блядь? Пойдёт. И чё? Это воняет, уроды, блядь! Терпи, пожалуйста, смотри, кто? Открой кнопку! А, мой телефон со мной, блядь. Галакси S2, пожалуйста, в руку дайте. Happy New Year! Погоди, чтоб я встал. Я хотел. Ну, пиздец, зубка! Это ты! Коля, это ты, пердёж. Я, блядь, это что? Да, просто... Ты сам сказал, что ты пердёж. Я люблю свой пердёж, не надо. Ну, этот пердёж из Нового года, может, ты не привык ещё? Кстати, да. Хороший довод, блядь. Какой СКС-2 тебе? Я хуёк закрыл. За холодным. Саня, бедолага. Пиздец, у нас тут творится, пацаны. У нас тут цены на полу лежит. У нас тут, блядь, экстренный случай. Коль, дерьмом воняет, открой окно. Забей! Я не люблю дерьмо. Вся твоя жизнь дерьмо. Sony Galaxy S2, пожалуйста, в руки дайте. Дайте в руки мне хуй. Я бы сейчас стучал по мне, блядь. Это ему очень много. Кто смотрел Интерстеллар? Это мой любимый фильм. Кто рыгнул? Кто рыгнул, тот и пёрнул. Бля, сейчас харкнул прям на стол. Сэм пошёл ссать. Слушайте, о, он вернётся. Ай, блядь, я язык прикусил, вот больно, блядь. Пацаны, я один остался, все ушли бухать или срать? Ой, поговорите со мной. Поговорите со мной. Microphone activated. Я всего лишь губ. Меня слышно вообще? Отлично. Я люблю, когда меня слушают. Вам есть что рассказать в этом новом году? Мне есть что рассказать. Ну давай. Я жил с год, ждал того момента, чтобы рассказать вам, как он прошел. Я учился и работал немножко, да. Но потом пришла зима, и я решил, ну нахуй это все. Подумал, ну зачем, можно отдыхать, а потом ждать Нового года и выпить, и бухнуть. Вообще, странно, что вы здесь, потому что можно бухать, а вы не бухаете, это очень странно. Заказывайте песню, я люблю петь песню, когда я бухой. Ну, песню, давайте. Лепса. Лепса. Какую именно? Алю, давай. Ночь по улицам пошла, грозный поступью цариц, слов и чисел простота, у небесного моста раскидала перья птиц. Нелегко тебя отдать парусам ветров и птиц. Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном тихой болью. Лучше Лепса спин. Что? Пой. Что, ты меня сбил, блядь, ты испортил все, блядь. На-на-на-на-на-на-на. Это тара-тара-та. Та-та-та-ра. А, самый лучший день, знаете песню? Нет.
Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень, пробыл до утра. Но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно, будь. Ёбаный в рот, пиздец, горло болит. Давайте что-нибудь попроще, блядь. Я могу спеть аллилуйю, блядь, или что-нибудь такое. Давай, группа Абба. Абба? Абба, хуяба, давай. The winner takes it all. Это как ты, мужской голос. Да. Мурку. Мурку? Я не знаю Мурку. Ты не знаешь Мурку? Я не знаю Мурку. Знаете песню нового? All of me называется. All of me? Да. Полный я? What would I do without your smart mouth? Не знаете песню? Я не знаю. Keep me all. Короче, давай Саню посадим на твой берег. А Сэм уснул, прикиньте. Ха? Он вообще не двигается. Ха? Он вообще вырубился, а? Знаете песню? А, сейчас придумаю, где он. Блядь, даже не знаю. So close, знаете песню? And it feels like I am just too close to love you. Хорошая песня, мне нравится. Никто ее не любит, а я люблю. Ай, молчат. Все молчат, то да, что мы здесь, здесь, мы слушаем. Вы за не сыр сказать. Поговорите с ним. Скажите мне слово. Мне нужна помощь. Мне нужна помощь. Help. Help me with myself. Дикер, побудь... Чё? Я могу кем? Эминема... Давайте Эминема зачитаю. Психологом давайте. Побыть? Психологом, да. Побудь трезвологом. Трезвологом? Отрезвителем. Отрезвителем? Отрездикером. We are the world, we are the children. Коль, смотри, смотри, насос, ой, Коля. Давай. Хочешь в рот насос? А, давай, давай. Ну, давай. Песни, блядь. Ну, блин, давайте еще песню какую-нибудь, я люблю.